Орденский Бувье. Орденский Бувье возник в XVIII веке в Бельгии, в горах Орденны. Изначально использовался исключительно для выпаса и сопровождения стад крупного рогатого скота. Данная собака очень редкая и даже у себя на родине находится на грани исчезновения. Существует мнение, что орденские бувье произошли от фландерского бувье и ныне исчезнувших бувье рулера, мормана и пари. Во времена Первой мировой войны бувье использовали в качестве связных и санитаров. Эти собаки под пулями разыскивали раненых и помогали врачам перевозить их в госпиталь. В 1963 году орденский бувье получил официальное признание Международной федерации кинологии (ФАИ), но вновь, в течение многих лет, практически не было регистрации представителей породы. На протяжении десятилетий считалось, что орденские бувье вымерли. В 1985 году будущее Бувьер де Орден резко изменилось. К 1990 году группа преданных селекционеров начала усиленную деятельность по попыткам реорганизации разновидности. Представители этой породы сильные и решительные. Они с обожанием относятся к своему хозяину, а с чужаками совсем неприветливы, могут даже проявлять агрессию. Находясь в одиночестве, сильно тоскуют. Рост кобеля – 56-62 см. Рост суки – 52-56 см. Вес – вес кобеля – 28-35 кг. Вес суки – 22-28 килограммов. Орденский бувье нуждается в сильной руке и дрессировке. Без должного воспитания собака становится неуправляемой. Она стремится к независимости и может упрямиться. Сообразительные пастухи не проявляют агрессии даже по отношению к кошкам и мелким грызунам, а вот с собакой того же пола, которая стремится занять место вожака. Спасибо за просмотр!